добренько. Всем добренько. Так что все, поехали, друзья, поехали врываться чисто, мать твою, на позитиве. Эх, хорошо пойдет. Извините, все, больше не буду. Просто моя любимая игра, черт бы ее побрал. Так, ну что ж, поехали. Ну что ж, digital trilogy. Резидент, блин, извините, блин, как же я люблю эту игру, черт бы я побрал. Что хотел сказать? Biohazard 4. Смысл в чем? Вот особенности вот этой версии, они есть только в этой версии. Во всех других версиях нет особенностей версии для GameCube, поэтому она уникальна. Эта версия уникальна. Эх, хорош, блин. Черт бы его побрал. Значит, цель такая. Леон работает на организацию против биотерроризма, правительственный агент он. И дело такое, что украли дочку президента. И он, естественно, врывается и хочет разобраться вот в этой ситуации, кто ее украл, где, когда, и надо ее найти и спасти, дочку американского президента. Вот. Местная полиция вот этой деревушки, где-то там в какой-то захолустье, в какой-то Европе там западной, ну или восточной Европе, то есть просто захолустье какое-то определенное. И так, по поводу приседаний, я так скажу, если я умираю, приседаю 10 раз. Вот такой челлендж. Так, сейчас встречаем первого жителя деревни и посмотрим, какой там парень. Ох, какой там парнишечка. Excuse me, sir. Мужчина. Что вы там трете, блин? Что вы там третесь, мужик? Расскажи нам, где дочка? Не видел ли такую девочку? Веселую, ушастую. Дядь. Дядька. Дядька. Открывай, блядь. Дядь. Видал дочку? Посмотри на фото, какая милашечка. Видел такую? Что ты там лопучишь, дядя? Do you speak English, sir? Ёлки-моталки, какого хера ты нам тут рассказываешь что-то? Ты чё, дядь? Дядь, да ты чё, нихера ты за топор взялся? Ты охерел, дядя? Стоять, блядь, полиция штата, ёпта. Какого хера ты напал, дядя? Ты совсем дурной ещё ли, а? Ну ты, парень, вообще даешь, елки-моталки. Я у тебя про девочку хотел спросить, а ты нападаешь. Ну ты, дядь, вообще, елки-моталки. Я такого от тебя, я такой подставы от местных жителей не ожидал. Нихера себе, тут все агрессивные. Нихера себе, мать твою. Вот это да, вот это да. Какого черта? Какого черта, мать твою, что-то происходит, елки-моталки? Я поражаюсь. Дядя, а? Ну, мы эти диалоги с Ханниганом пропускать будем, нахер они сдались. О. Так. Ну что, пошли. Нихера себе, дядя, вообще охренел, сучонок, а? А черт порхатый, блин. Решил на меня лезть. Ну даёт. Так, ну с такими мужиками мы связываться не будем. Пошли они в жопу. Так, не прибежали еще? Не прибежали. Блять, ворона, сука. Нам надо ее убить, там граната просто в ней. Собачке надо помочь. Собачке надо всегда помогать. Всегда помогаем собачке. Либо как можно ей не помочь. Так, потихонечку идем, кайфуем. Тут главное в капкан не попасть. Дед, что ты там орешь, блин? Что ты пальцем указываешь? Я тебя не трогаю, иду мимо. Какого хера ты тут сполошился, дед? Иди там спокойно себе, елки-моталки. Пиратус, блядь. Да, вот так вот, мужики. Вон, вон, мужики. Че сидите, мужики? Кого? Жопу греете там, блядь. Лучше на рыбалку пошли. На рыбалку идите, блин. Рыбачьте, давайте.
Взяли, тут сполошились все, блин, всем разом. За сколько часов я прохожу, я без понятия. Посмотрим, за сколько пройдем. Апурель, блин, Апурель, блин. Что там? Да, уезды, да. Что вы хотите? Нет, давайте я настреляю немножечко. Как тебе такое? Оу, щет, дед, ни хрена ты охреневший парень. Дед, ну ты даешь вообще, елки-моталки. Байон Бордетрас, закрывайте его нахрен там. Вот этого товарища нахер убейте, убейте его, суки. Вы видели, что он творит, этот парень? Надо его нахер, блядь, башку ему, сука, отпилить, блядь, этому Все эти чертенок, блядь, приперся в нашу деревню. Какого черта он себе позволяет, этот сучонок, блядь? Я не знаю, что он, мать твою, себе позволяет. Станома, бич, мать твою. Вы, главное, башку мне нахрен не отпилите. Куда дед полез-то, а? Дед, ты смотри, там не лезь мне. Олег, читай, графа не очень, но я смотрю, мне с коньяком пойдет. Спасибо большое, Макс Тёркин. Ну, графа, это ж это самое, GameCube, сам понимаешь. Первому CGI-фильму по RE Degeneration есть игровая адаптация. Не знаю. Но мне CGI-фильмы вообще, если честно, не нравятся. Опа! Вот это да! Вот это Олежа 10 раз приседает, походу. Вот это мы обосрамшись. Так, ну ладно, черт с ним. Давай. 3, 4, 5. Ты сука. Олежа обосрамшись, первый раз. А чё ты там кинул-то, дядь? Да кому кинул-то, дядя? У меня нехер. Нехер тут кидать нам. А тут не сыр, тут дядя бородатый. Опа! Хер тем плавал. Ваши выкрутасы и ваши карате мы нахую вертели, сэр. Мы нахую вертели, сэр. Вот парень дает, а. Я думаю, с ноги его уработает. Да хрен ты кого уработаешь. Вот тут какой мужчина красивый, бородатый. Знаете, как песня-то есть, блин? Про мужчина с бородой. Ах, какой красивый с бородой. Ах, какой красивый с бородой. Вот такую песню, знаете? Вот это про него. Про этого парня с бородой. Хе-хе, хорошо, блин. Это хорошо, черт бы его побрал, а. Говорит, сраные, говорит, людишки, что вы тут, мать твою, блин, против меня имеете в виду? Я сейчас устрою, я сейчас вам такое лекарство вколю, блин. Что там спишь, блин? Папиросочку хочешь? А у меня нет, только кожаная. Ой, фу, извините. Извините. Да, короче говоря... Потише, потише, он говорит, потише. Чего вы там разорались, мол, сэр, блядь. А может, ты коп? А может, ты коп? Вакцинировали Леона, да. Окей, let me guess. She's the president's daughter? Ты, наверное, и так попадешь в топ зрителей. Просто... На следующем стриме, наверное, ты туда попадешь, я думаю, там. Ворон зарубить, а не получилось!
Это вам не торговец, зря вот, вот это жирная харя непонятная, чучело какое-то. Вот это настоящий, мать его, торговец. Тру, блин, торговец, елки-моталки. Такой, как он должен быть. Блин, на этот смех я поражаюсь просто. Мать его. Так, ну что? Заткнись, дядя. Так, блин, ну мы ему покажем этому деду. Вот, сука, знай, блядь. Только стоит тебе полезть, пиздюлей хороших отхватишь. Знай свое место. Вот так вот. Вот это суровый мужик просто. Мужичара, блин. Я бы так сказал. Мужичара. Ждешь ли ты God of War, Рагнарёк? Честно сказать, я God of War уже не особо. Пина-пина пиратус, да. Ох ты, дед, схватил меня. Ну ты молодец, парень. Песель, да, песель. Так, ну-ка давай это полечим Леона, что-то он плоховато ему стало. Аеста, блин, аеста. Будет вам сейчас аеста, блин. Аеста будет у вас. Вот это нормально, не попал. Вот это я не попал. Вот этого обосрамшегося левца. Что ж такое? Кого ждешь такой? Расскажешь нам? Да, бесит. Охо. Олега, сделай меня мэдером, я чист как лист сам с Камчатки, буду редко сидеть с вами. Пожалуйста, сейчас уже на зиму в море ухожу, заранее спасибо. Ну напиши мне в ВК, мы можем обсудить эту тему, спасибо за донат. 10 раз приседаем. Эй, дедунь! Эй, дедунь! Эй, дедунь!